Главный герой турнира – Вадим Махнев. У спортсмена отличные пропорции для фулл-контакта. Конек, прямой удар с правой, добавляются ноги. Еще Вадим взял высокий темп. Соперник Арам Наджарян принял вызов, отвечал боковыми. Махнев здорово держал дистанцию мощными сериями. Правый, прямой, левый, боковой или наоборот, выиграл финал в категории до 75 кило. Бить с дистанции, чувствую дистанцию. Ну и в принципе, вот, у кого какой рост, как бы мне приходилось больше работать на прямой дистанции, на вытянутой руки, ноги, как бы больше с прямых ударов. Ну и в принципе не забывал про боковые. Таймас Абдуалинов показал себя мастером ближнего боя. В финале боксировал с победителем Кубка мира Антоном Вьюшиным. Два раунда Таймас немного уступал по баллам. В третьем сумел перехватить инициативу, боковой удар с левой руки достиг цели. Соперник отказался от продолжения поединка. Руки очень широко держал. Когда руки подсобрал, немного настроился на бой, чуть-чуть подзарядил руки, чуть-чуть подсел на ноги, стал динамичнее работать, начал вкладывать в левую руку, и тогда все пошло в своем ручье. В разделе К1, это модифицированная версия тайского бокса, яркую победу одержал Антон Чижиков. В середине второго раунда спортсмен нокаутировал своего соперника. Финалисты турнира выступят в чемпионате страны. Победные перспективы наших кикбоксеров оценил президент Омской федерации Ефим Карант. Чтобы выиграть чемпионат и переса, ну, человек 12-13. Это имея в виду, что в разных весовых разделах. Полный состав омской команды определится в субботу. В спортивной школе имени Олега Охременко пройдут соревнования в разделах лайт и семиконтакт. Владимир Истомин, Александр Филиппов, Антенна 7.